Серега, слазь. Серега. Слазь. Ответственный момент. Так, а вы близко не подходите. И ты тоже. Техника безопасности. И я он подальше отошел. Ага. Ну, немножко. Что там, сломала Ленкоранскую, да? Да, вот. Ну, ты знаешь, Сереж, в принципе, эти ветки мы хотели убирать. Так что нормально все. Ну, а что? Дерево вымахало, начало под забор. В общем, проблемы тут. Корни пошли к соседям. Соседи стали жаловаться. Ну, я такую махину, конечно, кто же на меже сажает. Попросил ребят выйти. Убирает. Ну, лес рубит. Ветки летят. Приспособления разные. Веревки. Ну, теперь тогда ветки нет, теперь эту можно вот. Ну да, ну вы не спешите уже. Приходится, видите, вот, какая махина выросла. Я когда это дерево привез, слабый, она была маленькая, но она там в камнях росло. Я подумал, что это тополь такой небольшой, и посадил его. А вот рядом забор, и там стали вылазить корни, а потом листья падают, гляньте, все к соседям. Ну, они просто попросили не так, как кукурузник, а ну как бы. Говорит, если есть возможность, уберем, чтобы она ложилась. Уберите. И все. Давай спилим, чтобы она падала. Ну, а кто помнит момент, когда у нас был Иваныч, и прямо так на забор положил, помните? Тополек. Сереж, а вы на забор можете положить тополек аккуратненько? Если надо, можем. Или это только Иваныч может? Ну, Иваныч, конечно. Иваныч специалист, да, он тогда лихо так раз, рассчитался и только дык, блин. И все. Ну, пока не надо. В следующий раз. Там же запчасти есть. Так, уходим. Уходим. Соблюдаем технику безопасности. Федя тоже в стороне сидит. Да, большие деревья. Ну, вот акации, они как бы... И у них и листьев меньше, у них же меленькие листики, и корни не такие активные. Акации мы оставляем, а тополек, конечно, у него листья красивые. И что мы попой крутим? Зачем это? Что это? Что это? Не прыгай на меня! Штаны мои вельветовые. Может быть, за Иванычем съездить? Он аккуратненько так положит на забор. Без него никак. Без него у вас не получается на забор. А мне надо ехать на работу. А Марсик, не знаю, где он. Сейчас разберемся, где этот завхоз. Почему без него работы проводятся. Конечно, мы тут лежим. Мы тут лежим на кресле. А ну, Мирка, дай ему. Что это такое? А что это? Мы не на работе, а? Марсик. Ты где должен быть? Мирка уже была, сходила на работу. А ты? Сачок ты. А кто это вот тут? Я поправлю, а вы... Опять. Лежим тепленько, постелил, чтобы все было. Так, Марсик, тебе прогул. И не надо мне вот это суетиться. Все.
получишь запись, трудовую книжку. Угу. Готовься. Выговор с занесением в личное дело. А личное дело у тебя Мирка.